Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы играем Человека-паука. Не-не-не, не в том смысле кончено. И сейчас мы обезвредили одного азиата злого. Давай. Мэри Джейн, нам что? Не хочешь с нами общаться или что? Господи, как ты ногтями еще не портишь экран? Скажи нет, скажи нет. Ты хочешь, чтобы было все? Нет. Ну вот. Ладно, ладно. И не ладно. Можно идти пристраивать Антошку. Надо время кое-что обдумать. Что тут обдумывать? Ну, что вот именно, что обдумать? Да-да, нет-нет. Гоп-гоп, разошлись. О, да ты что? Ладно, у меня работа, утром позвоню. Ну ладно, что, вот, ссора молодых, может быть. Все, скажи адьос. Нафиг она тебе нужна? Посмотри на плакате, какая там. Надо посмотреть, кто там на плакате, кстати. Вот и все. Ли отправился за решетку. Дыхание дьявола у Соболя. Что ты чувствуешь? Что я чувствую? Как у тебя со временем? Плохо. Что для тебя подвиги, для меня бюрократия. Но я хочу сказать, молодец. Спасибо, Юрий. Я хотел это услышать. Вау, так что за... Занимаясь Ли, я оставил город без присмотра. Пора снова стать дружелюбным соседом-паучком. Ну давай. А чё ты? Давайте, чё там? Блин, хотел сфотографировать. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Чтобы лучше узнать город, а чё мне его узнавать? Ну пойдем сюда. Вроде недалеко. Пока основных миссий нет, а на дополнительных, да, пока? Ну давай посмотрим. Что у меня с оборудованием? У меня с оборудованием вроде все прекрасно. Костюм. Есть. Ой, какой-то он не тот. Навыки. Ну вот этот, я не знаю, повышенная мощность удара по земле, но мне так-то не нужна. А вот это вот я обязательно куплю. Ой, куплю, прокачаю, куплю. Так, надгробие на ходу. Начать. Смотрим, что за надгробие. Надгробие — это вот мужик, который, да, бронелоба этот, которого я здесь опасаюсь нужно потихонечку. Нужно смотреть передатчик. Да. На ходу. На колеса, да, будет? Мощная. Если я с ним разберусь, то он сможет следить за грузами надгробия. Так, ведем. Сюда. Сюда. А вот куда мне сюда надо? Мне надо 5 вывести. 5 вывести. Ну, давай, я не знаю, вот так. Так. Где у нас? Вот так. А подожди. А вот нет, не так. Подожди, а как мне туда быть? Чтобы 5 нам вывести. Если так. Потом. Так. Так. Эти я не могу поставить, минутку.
Как мне три-то зацепить-то еще? Вот эти три-то как зацепить? Подождите. Вот оно. Вот так вот. Должно сработать. Сейчас испытаем. Где испытывать-то будем? К надгробию идем. Так, я должен что, машины все остановить? Перехватить. Нужно следить за сигналом. Он приведет к грузу, который везет надгробие. Давай, вроде недалеко. Сколько же от него проблем? Толстая кожа плюс нулевая мораль. Все плохо. Надеюсь, торговля краденым худшее из его занятий. Да уж. Будем предполагать. Кстати, тут есть скрытые фотографии. Это по городу надо мотаться. Я где-то вот, видел одну. Только в Нью-Йорке это бык, а здесь это собака. Я не знаю, где расположена. Я не был ни в Нью-Йорке, ни... Кто хоть как-то знает расположение Нью-Йорка, может определить, где что находится. Есть такой бык железный на площади. А здесь вместо быка собака. И вот одна... То, которое я знаю. Та машина. Решили покататься? На, ой. Остановили. Это Человек-паук. Вызывай подкову. Подожди. О, господи, тут вся банда. На. Подожди. На. На, велосипед. Ой. А у нас сосед соседа бил вчера велосипедом. Велосипедом ерунда. Вот мотоциклом это да. И на. На. Где-то еще один. Раскруживаем. Да. Все, прилип. Фу. Банда устранена. Посмотрим, что в грузовике. Мне самому интересно, ради чего все это. Контейнеры для химикатов. Но чистые. Ничего. Что в них? Ну, ладно. Этот звук означает, что наш раунд завершен. Что бы там ни было, они-то пустые. Что было в этих бочках? Надгробие что-то задумал. Возможно, незаконное и точно опасное. И это факт. Так, пройдено. Думаю, теперь можно пойти в лабораторию и немного побыть Питером Паркером. Так, подождите, раз уж мы начали. Давайте посмотрим еще пару заданий тогда дополнительных. Раз мы начали хотя бы что-то делать. Думаю. Посмотрим. Теперь все под контролем. Можно пойти в лабораторию и немного побыть Питером Паркером. Можно. Можно. Тебе все можно. Ты же Человек-паук. В Нью-Йорке. Вот если бы ты был в Ужгороде какой-нибудь, Урюпинске, Мухосранске. Нам сообщили о минировании. Всем машинам следуйте в Йорквиль. Так, это что тут у нас? Давай. О! Вовремя. Люди надгробия таскают новые грузы. Но для чего? Он снова занялся наркотой? Они вооружены. Наркотой? Лучше не шуметь. Наркоту мы не любим. Ой, а чё у вас так много-то? Реально много. Поймал. Когда пыльца попадет на улицы, мы поднимем кучу бабла.
Никто и не заметит твоей пропажи. Так. Пока все идет удачно. Где ты? Я что-то слышал. Я стал параноид. Эй, вы же не фармацевты. Вас выдало отсутствие халатов. Хоп. Ой. Не. Прилипни. И что у нас здесь? Надгробия устранены. Посмотрим, что в бочках. Давай. Открываем. Диокс-3. Это же химикат, который подействовал на надгробие. Зачем он ему теперь? Хочет стать еще сильнее, еще пули непробиваемые. Ой, я так и предполагал. Вряд ли это средство от астмы. Так. Да. Да. Снова чуваки и наркота. Нужно научить их не поддаваться давлению со стороны. Ой. Ты ничего такой... Ездок, я тебе скажу. Да. Да. Вот так вот. Подождите. И... Ой. Подожди. Ну подожди ты. Велосипедом, на. Ой, это мотоцикл. Получи, козел. На. Получи, козел. Эй, чувак, ты зря обидел меня. Ты от страха сейчас будешь срать 3 дня. Ага. Ну и ладно. Ну и не очень-то и хотелось. Ой. Где-то кто-то есть, что ли, остался? Посмотрите-ка, кто-то где-то остался, да. Бум-бум. Вот и все. Ингалятор и Диокс-3 связаны между собой. Проанализирую ингалятор, узнаю, в чем дело. И... А где? Что я сделаю-то? Да. Так. А где я должен про ингалятор-то этот? Вот. Нашел. Это который он первый использовал и выбросил. Так, что тут у тебя? Анализ. Неизвестно. Хорошо, сейчас будем изучать. Так. Это есть.
Это есть. Так, что остались? Вот эти только. Ну давай. Это было легко. Диокс-3 плюс спецамфетамины. Неплохой рецепт для временной неуязвимости. Это впечатляет и пугает. Нет, продолжить задание. Будет огромный спрос. А поставщик только один, надгробие. Можно сделать антидот. Интересно, есть ли в грузовике химикаты? Конечно, есть. Займемся высокой наукой. Антидот. Ну давай противоядие будем готовить, значит. Вот, одна доза антидота. Ее нужно испытать. А на ком мы испытаем его? Надо же такого же. Может навестить надгробие в его мастерской? О. Давай, Петюня. Спасибо, что задержал продажных копов. Лови краба. Ой. Мне нужна карта. Да подожди ты. Карта, карта. Идем на дополнительное задание. Нам же надо разобраться. Так. По трущобам. Только не говорите, что тут престижные фешенебельные дома. В GTA 4, если я не ошибаюсь, эти дома вообще так же, как и в Вайдоке. Пора вырубить надгробие. Подожди, подожди, какое надгробие? Я не спал прошлой ночью, могли видеть перепады освещения. Здесь горячие пирожки. К сожалению, это надо помочь. От работы электрического стула. Нет. Судя по всему, кому-то там пришла в голову неплохая идея Бум. На. Подождите. Еще давайте. И об машину. Подождите. И куда его? Загасили? Ни хрена вы не можете. Вот я справился. Вот я молодец. А вы так, побочный эффект. Было весело. Ой, все в порядке? Так, давайте. У меня тут надо мой антидот испытать. Очень срочно надо. О, а так это сам надгробие. Почему надгробие, правда, не знаю. Ну, наверное, из-за того, что масса. Это практически поэзия. Тебе лучше знать. Литература это не мое. О, образованный. Большой, тупой. Как тебе удалось выйти на Мартина Ли? Я же лучше в твоем классе. Люди сами ко мне приходят. Да. На. Знаешь, если мы объединим усилия, то все порвем. Подожди. О, как приятно. Но эксплуатация страдающих существ меня пугает. Можно сутками бить на гробе, и он не почувствует. Подействует ли антидот? Давай. Давайте. Подожди. Последний танец. Колено зажило. Дождь болит, а так ничего. Спасибо, что спросил.
Нельзя применять антидот. Сначала разберусь с бандой. Да. Подожди. Разберусь с его людьми и пущу в ход антидот. Да. Подожди. Я назвал его пыль. Это твой отдел маркетинга придумал. Я сам себе отдел маркетинга. Блин. Постой пока. Рот закрой. Да. У меня пуля с твоим именем в голове. Маркетинг действует со мной. Нужно атаковать, когда действие заканчивается. Посоветовать хорошего дерматолога? Нет смысла. Нет. А, как по стальной стене бить? Прямо как на надгробие. Подожди. Ну-ка. И на. Остановите его! И на. Вау! Все, понял, почему теперь меня так гасят. Хорошо. Да. Да. Антидот-то когда ему дашь? Теперь ему антидоты сунем. Ну вот. Только не сгори там. Кровь. Все. В человека давай, превращайся. Чем ты меня накачал? Чувствую себя. На. Ну, как обычно, нейтрализатор, все такое. И на. И на. Он истощен. Пора заканчивать. Получилось. Язык стал странный. Язык должен быть странный. А, да, конечно, это нормально. Вроде. Да. Получи. Да подожди ты. Когда-нибудь ты должен заняться добрыми делами. Кормить бездомных, что ли? Если за деньги, то я согласен. Да. Что-то ты какой-то бронелобый. На. В общем и целом, вот что мне нравится. Хорошая драка. Отличное испытание. Мы с тобой очень разные люди. На. Получи. Ну что, бутылки виски? Твоя карьера драгдилера уже в прошлом? Скажи. Ну да, пока. Но было весело. Я бы не сказал. А,
не ждал. Ты не хочешь сбавить обороты теперь, когда ты стал смертным? Хм. Без шансов. Опасность усиливает удовольствие. Ну что ж, посиди в тюрьме тогда. Ой, хух, супер. Скорее бы матч-реванш. Нет уж. Ха, ты мне нравишься. Так. Надгробие одолели. Вот такой я молодец. Так, пройдено. Ну, какой драматизм. Как быстро восстановится сила надгробия? Наверное, довольно скоро. Но ты молодец, Пит. Возьми с полки пирожок. Так, у меня есть навык какой. Да вот этот, наверное. Прокачаем. Костюмы, которые меня не интересуют. У меня все, что надо, уже поставлено. Так. А вот, смотрите, вот тут еще какое-то тоже дополнительное задание, которое мы можем провернуть. А где оно? Кто его? А, вот оно. Стоит. Ну, рассказывай давай, жалуйся. Джеймсон прав. Ты тут геройствуешь, а нам потом приходится за тобой подчищать. Что это вы на меня взъелись? Фиска отпустят. Сомневаюсь. У нас против него железобетонные улики. Их больше нет. Грузовик с вещдоками перехватили. Что было на этих жестких дисках, мы уже не узнаем. Он так просто не отделается. Я верну эти диски. Я верну грузовик. Ладно, думай, думай. Все вещдоки снабжены идентификационными чипами. Если я найду эти чипы, найду и жесткие диски. Надо спешить. Да. Я, конечно, смеюсь над Джейсоном, но то, что он про меня говорит, некоторые принимают на веру. Ой-ой-ой-ой. Ты-то не обращай внимания, главное. Ладно, главное сейчас, чтобы Фиску это все не сошло с рук. Давай. И вот, уже близко. Это где? Это вот они. Прибыл. Вовремя. Судя по всему, их еще не разломали. Ну что, отберем у Вилли билет на свободу? Так. Это те самые. Техники скоро будут. Смотрите в оба. Если пропускаем винты, мы точно покойники. Интересно. Не верится, что босс правда впереди. Мне надо. Потихонечку, полегонечку. Говорят, босса посадили в плот. Где те суперфрики? Если они думают, что босса удержит какая-то камера, мы не видели его адвоката. Так. Я попал! Вижу его! Рассыпаться! Клянусь я! Барабаньки! Тихо! Да тихо ты! Не подходите к этой штуке! Ты труп! Да, я это знаю. И все? В очереди за новым смартфоном и то злее дерутся. это факт. Диск это точно. Отлично. Осталось вернуть их в участок в адской кухне. Давай. Надо
Адская кухня, если я не ошибаюсь, там вообще тут. Увидеть рожу Вилли, когда он об этом узнает. Кто он там? Слепой, который этот с палками-то. Сорви голова, вот он. Кто там был? Так что не надо. И почему адская кухня? Что за район? Что за название? Что за... Ой, ну ладно, у каждого свои, конечно, названия. Ну, блин, адская кухня, что там такого? Дьявол жарит или что? На, получите, немощные, убогие. Я принес жесткие диски. Секундочку, а как это ты, интересно, узнал, где их искать? Может, вы с главарем и правда заодно? Вы... Сейчас по шее получишь. Зачем тогда мне их возвращать? Думаете, мне больше заняться нечем? Дебил. О-о. Ракеты! Прячьтесь! Эй, вам не кажется, что это перебор? Мне это нравится. Осторожнее! На. Спас. Они бросили против нас все силы. На. Про облако вы не слышали? Подожди. На. А до этого разделаться со мной. На, в реку тебя. Подожди. Ну не успел же. Смотри, какая штука у меня есть. Давай-ка я на вас испытаю. Вот это. Гангстеры экономят бензин. По крайней мере, диск забудется об экологии. На. На. Получи. Подожди-ка. Ты кого там подбирать собрался? Подберухин. Да. Эх. Ага, ты как-то... Черт, кто-то из людей Фиска пробился наверх. Говори, где винты. Иди к черту. Это ты зря. Пускайся и делись, как мужчина. Боссу нужна твоя помощь. На. Я тебя прикрою, паук. Тебе повезло. Они не должны собрать диски. Подожди. Не спеши прикрыть. Вот так вот, прикрывальщик из себя, конечно, хороший. Шок и трепет. Ну, валенок ты. Ну давай еще разок. Сколько надо, столько его раз и долбанем. Все, теперь доволен. Понял, что я не с ними. Кусок дерьма. Паук, ты меня прости. Я насчет тебя ошибался. А Джеймсон пусть катится к черту. Премного вот так. Благодарен. Один вопрос. Оценил. Это правда, что ты из другого мира? Ага, Куинс называется. До дебил. Ну что за дебил? Так, задание. Активно. Список. Вот навыки. На нет у меня навыков. Ладно, что ж, давайте к основному заданию, наверное, перейдем, потому что все дополнительные мы... Все дополнительные мы сделали. Переходим к основному заданию. Посмотрим, что у нас там. И я бы добаду. Я из пушки в небо уйду.
Дю-би-ду-би-ду. Не, не, я не Флинстоун же, я же Человек-паук. Это Флинстоуны. Орали там. Или черепашки, да. Кавабанга! Здрасте! Паркер! Нам есть что отметить. Отметить? Стойте. А где же руки? О! Так круто. Но как вам удалось? Внутричерепная нейросеть. Скорость нейропередачи меньше наносекунды. Быстрее передачи сигналов в мозгу, не говоря уже о внешних протезах. Все вышло, Питер. Никто не отберет это у нас. А почему две-то? Вроде четыре должны быть. Еще это большие такие. Это все твои разработки в нейросетях. Но мы не проводили тестов, мы многого не знаем. Все отлично работает. Вот, посмотри. Стал монстром добровольно. Впечатляет. Давай начать диагностику. Есть маленькая ошибка. Моторная кора, давай. Скачок напряжения. Думаю, это легко исправить. Только я сомневаюсь, что, конечно, он согласится это исправлять. Сколько надо? Надо два, да? Надо два. Ну, давай. Так. Это сюда. Так это поставили. Посмотрим, вышло ли. Критический сбой, требуется проверка дополнительных компонентов. Что за оно? Нет, все серьезнее, чем я думал. Так. Надо опустить это значение. Ну давай посмотрим. Нам поворот. А этих нету. Ага, ладно. Поворот. Пять. А надо пять. Надо пять. Надо пять. А как мы можем пять проделать? У нас три. Через три. На ноль вышло только что. Один, надо еще четыре подобрать. Ну, предположим, где три у нас? Вот. А. Да ни хрена. Так мы не сможем, подожди. Получается, змея должна тогда идти вот посюда. Потом сворачивать. Вот. Вот сюда сворачивать. Правильно, нет? Да нет, неправильно. Два, а надо... Надо три. Подожди, а три-то у меня есть. Че, от перестановки слагаемых сумма не меняется же. Не меняется сумма. Ну и фактическое напряжение мы убавили. Надо, а как мне еще-то двойку-то зацепить? Чтобы два в плюсе быть. Я же не могу абы где поставить это. Так. Пропускаем через четверку. О, сюда уже не разворачивается. Неверное напряжение.
Надо, чтобы оно уже шо и туда уходило. А, подожди, ну-ка. А как тогда ее сюда послать? Нет, это вот единственный способ, это вот посюда послать. Подожди, 5 есть. Вот все. Получилось. А я не заметил ее даже. Так, дополнительно. Опять проверка дополнительных компонентов. Черт, скачок нарастает. Могу ли я это исправить? Что, надо 3 сбить. А вот это вот. Ага, здесь надо. Ну ладно. Так. Шесть. Надо еще так от... Ага. Здесь сколько? 5? Ну или 4 на 3 поменять. Ну, уже. Судороги. Что-то я не совсем диагностика так. Плохо дело. Я как понял, ты загибаешься. Доктор? Доктор, кажется, я нашел проблему. Везде есть проблема, если поискать. Но Фортуна улыбается смелым. Еще 2. А, ну вот правильно, все 4. Отто, нейросеть не влияет на двигательные нейроны. Она может затрагивать другие участки мозга, подавление эмоций и... Думаю, нужно еще несколько тестов. Нет уж, довольно-то! Впервые в своей жизни я не чувствую себя неудачником. Лишь самим собой. Отто, вы не неудачник. Но эта штука может повредить ваш мозг. Прошу. Ой, что-то да. Недобрый взгляд у тебя. Да. Не волнуйтесь. Мы сможем. Я продолжу. Поищу ошибки. А, соблазн все-таки. Иди. Иди. Вы точно в порядке? Да. Обманщик. Не верь ему. Спасибо, Питер. За... За все. А теперь включение с центрального вокзала, где мэр Осборн готовится выступить перед СМИ. Мартин Ли наконец-то арестован. Я держу слово, которое дал этому городу. Ага. 2 раза. Скоро жителям Нью-Йорка предстоит сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу. Не забудьте о том, что я сделал, когда придет пора голосовать. Сейчас мы в большей безопасности, чем когда-либо. Ложь! Ты не знаешь, что тебя ждет. Вот пришло время отвечать за свои слова, действия и поступки. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы увидимся в следующем видео. Пока.